Таинство, волшебство, Рождество, чудесное время. Сколько всевозможных сюрпризов и ярких впечатлений в декабре ждет детей детского сада Пяйксики. За окном падает снег, а в группах тепло и уютно. Идет предрождественская оживленная подготовка. Ощущается запах пряностей и пипаркоков. Звучит рождественская музыка. У детей и взрослых приподнятое настроение. Рождество – праздник, несомненно, богатый эстонскими народными традициями, с которыми дети знакомятся через игры, танцы, познавательные мероприятия, стихи и песни на эстонском языке. С удовольствием участвуют в приготовлении некоторых блюд эстонской кухни. Так, например, от мала до велика ребята участвуют в выпечке традиционного рождественского печенья пипаркок. Малыши тоже не отстают от старших, с желанием участвуют в общих мероприятиях детского сада. Каждый ребенок чувствует себя в роли повара-кондитера. Каждый может показать свои кулинарные таланты. Видно, как стараются дети раскатывать тесто до нужной толщины. Придают своему печенью желаемую форму. При необходимости подсказывают и помогают друг другу. Гордо несут фигурки из теста на подносах поварам на кухню. Не меньше радости испытывают ребята, когда украшают готовое пряное печенье разноцветной глазурью. Посмотришь на результат и восхищаешься тем, как все просто, но как красиво и оригинально. А самое главное – вкусно. Печенье все разные, так и просится их попробовать. Собственную выпечку ребята с удовольствием отведают. Выпечка пипаркока во всех группах является доброй и приятной предрождественской традицией детского сада Пяйксики. Ребята с удовольствием вспоминают, как делали печенье собственного приготовления. На то они и праздники, чтобы когда они пройдут, было о чем хорошем и добром вспомнить. Meie lasteaias kõik rühmad alates kolmandast eluaastast töötavad keelekümblusprogrammi alusel. Ja eesti keele õppimisel kõik kasutavad erinevaid meetodeid. Piparkookide valmistamine on muutunud meie lasteaias traditsiooniliseks tegevuseks. Kõik lapsed suure uudishimuga osalevad antud protsessis. Antud protsessi on kaasatud meie lasteaiaga kõige väiksemad lapsed. Eesti keele õppimisel kasutame erinevaid meetodeid. Piparkookide valmistamisel toimub keele õppe uudishimulikult, efektiivselt ja omapäraselt. Ребята детского сада Пяйксики приготовили стихотворение. Мель он юлут, мель он я лау, мель он лапсы мель. Юлут, лалут, ягесия, аргемине виль. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.